Здравствуйте, меня зовут Сергей Изаков, я актер, закончил Щепкинское театральное училище в 1995 году, учился у профессора Афонина, работал в театре во время учебы, участвовал в Малом театре, в спектакле Малого театра «Горячее сердце», потом работал в театре Островского, потом был перерыв небольшой или большой в актерской профессии. С 2007 года я вновь приступил к той профессии, которая, собственно, манит. И зовет с 2007 года опыт работы в кино. Вообще опыт работы расскажу весь. 1994 год, сериал, да, это Бернатов, нет? Не надо, надолго не надо, как бы актер. Да, комедийного жанра какие работы были? Хотелось бы сказать, «Счастливы вместе» был такой эпизодик, там, где я играл в костюме яблока, смешного. Вот. А еще комедийная роль в «Полном метре» в мастерстве Марлена Мартыновича Куциева, режиссер Александр Брунковский снимал фильм «Возвращение Будды» по Всеволоду Иванову. Там была такая комедийная роль Савойский красноармеец, он такой плохал, вот бескорыйный, вот такой он был. Это комедийный. Но вообще я разноплановый артист.